Мы идем. Сейчас 4 будет Дельфин Делюкс. Вот. На часик. И потом назад к себе. Вот территория другого отеля. Но она чем-то похожа на наш. Чем-то. Вот. Сейчас. Ну, да, чем-то похоже все-таки. Вот у них вот аквапарк такой взрослый, большой, такие прикольные гости. И детский. Ну, у нас, кстати, детского нет. Детский похуже. По аттракционам у них то же самое, только у нас плюс еще есть машинки, а у них этого нет. А так все точно такое же. Короче, я решил прокатиться на горке. Вот, прокатился. Ну, такая уже не страшная. Не на ватрушке, а без ватрушки прокатился. Вот, ну не страшно совсем. Территория маленькая, то есть я уже все показал, кроме амфитеатра, по-моему. Ну ладно, пойду покажу его тогда. И потом на море пойдем, оно там. Вот еда, сам амфитеатр. Вот он двух, там второй этаж есть. Горки еще раз покажу, ну это все. Короче, все на этом территории заканчивается. Там вот один был бассейн. Горки, еще один бассейн. Горки, амфитеатр, лунопарк. Ну на этом территории заканчивается. Ну, небольшой, короче, по территории он небольшой. Вот, по, может быть, интересно, потому что горки здесь интересные. Но бассейны, я явно могу сказать, забитые. То есть, если всего два бассейна, естественно, всегда будет много людей. Конечно, отвлекают горки. То есть, есть какое-то распределение людей. То есть, вместо там, 4 бассейнов, например, 2 бассейна и 2 крупных аквапарка. Для детей, там с ними еще плюс родители тусуются, и для взрослых, ну, взрослые дети, вот их расписание. У них все то же самое, что у нас, только разница, как я понимаю, разница в неделе. То есть у нас, когда первая неделя, у нас первая неделя считается, у них это то же самое, по-моему, как я понимаю, только вторая неделя. Вот, идем к ним на пляж. Мы можем, как я помню, если я правильно помню, к ним, да, правильно. Мы можем к ним ходить каждый день, хоть каждый день, не обязательно, естественно. Хоть каждый день с 4 до 5, то есть часик, как я помню. Не знаю, можем ли пользоваться всем, чем хотим или нет. Ну, как бы на горках можно кататься, как я понимаю, потому что мне ничего не сказали. В аквапарк можно пользоваться, как я понимаю. Бассейнами логично. Ну, в принципе, это нет ни особой необходимости. Да всем, я как понимаю, можно пользоваться. Понятно, лунопарк не попользуется, потому что с 4 до 5, но у нас точно такой же лунопарк. Нельзя, наверное, какими-то барами, но, в принципе, я думаю, все равно можно. То есть... А может, нельзя, не знаю. Сегодня мы пришли в ресторан такой, типа, а-ля-карт, если я правильно понимаю, китайской и японской кухни. Азия, короче, он называется. Вот. Мы едим... Это... На улице. Жаль. Жарко. Вот такой вход. Идем к нашему месту на улицу. Ты должна что-то поднять. Суши. Подниматься. Суши, манго. Господи, где мои палочки? Отойди. Я не помню, как это называется, но... Мам, да я сам. Вроде суп. Ой, чипсы. We'll be right back.
Need.